Всем привет! Совсем недавно я вам рассказывала о бюджетной стиралке от Skyworth. Это китайская компания, которая до недавнего времени была известна нам своими телевизорами. Но поскольку они покоряют новые рынки и другой техникой, думаю, стоит узнать о Skyworth подробнее. Это достаточно молодая компания, история которой берет свое начало в 1988 году. Ее основателей зовут Хуан Куншен и Стивен Вонг. Как и большинство известных людей, в начале они были простыми фанатиками с пустыми карманами. Учились в университете и жили мечтой сделать для людей что-то лучше, чем есть сегодня. Как именно парни реализовали свою мечту, история умалчивает. Но факт остается фактом. Они начали производство бытовой техники и электроники. Основное направление, которым решили заниматься Skyworth, стало телевизоры. И уже сегодня можно сказать, что это было попадание в точку. Но ожидаемо были как взлеты, так и падения. Пик своей популярности и невероятную узнаваемость компания обрела в 1996 году. С того момента и на протяжении 4 лет они застали стремительный рост и заняли третью позицию в строке лидеров китайского рынка. Помимо производства, учредители компании обзавелись кучей дочерних предприятий. В их список входили промышленные и логистические центры, производственные базы и научно-исследовательские институты. Со стороны кажется, что лучше и не придумаешь, но увеличение доходов привело и к большим затратам, которые не полностью покрывались доходами. Поэтому было принято решение выпустить на биржу 80% акций. После этого производство становится более медленным, и бренд постепенно теряет популярность. В этот момент Skyworth объединяются с известными производителями. Это не говорит о том, что они сотрудничают вместе. Просто теперь техника комплектуется их деталями. Так, к примеру, на рынке бюджетных телевизоров наступает эра ярких светодиодных экранов. Конечно, отнести к заслугам Skyworth это тяжело, но свою аудиторию они все же завоевали. Так продолжается и по сей день. Они успешно сотрудничают с большим количеством предприятий. Теперь в стиралках установлен инверторный двигатель от LG. Телевизоры, как я уже сказала, комплектуются экранами той же компании. Но все остальное – это заслуга именно Skyworth. С 2015 года они входят в десятку мировых производителей умной электроники и техники для дома. Благодаря их упорству и настойчивости в 2016 году было продано 17 миллионов единиц Smart TV. И на тот момент стоимость бренда преодолела отметку в 10 миллиардов долларов. Компания ориентирована на качество с использованием последних технических инноваций. Это частично возможно за счет собственной исследовательской деятельности и партнерских соглашений с лидерами рынка потребительской электроники. На сегодняшний день мы уже имеем достаточно уверенного производителя, который все глубже и глубже пускает корни в рынки разных стран. Подведя итог, могу сказать, это современная и амбициозная компания. У нее был невероятно быстрый взлет, а потом незамедлительное падение. Но несмотря на это, они смогли выстоять и показать себя миру. Это качественные продукты, которые к тому же и стоят недорого. Так что, выбирая технику для дома, не забывайте обратить внимание на Skyworth. Напишите в комментариях, приходилось ли вам уже сталкиваться с техникой Skyworth. Ставьте лайк, если было интересно, и жмите на колокольчик. Ну и не забывайте посмотреть видео о стиралке этого бренда и историю компании Xiaomi. Пока!